В Лефортовском суде Москвы в эти минуты избирают меру пресечения подозреваемым в подготовке взрыва в столице. Известно, что один из них, Аслан Байсултанов, уже арестован. Как сообщает агентство «Интерфакс», он уже признал свою вину. Речь, напомню, идет о группировке, которую в ночь на понедельник задержали в Стрельбищенском переулке, в квартире, где предполагаемые террористы обустроили одновременно и штаб, и арсенал, и лабораторию. Изъяли как готовое устройство, его мощность, по некоторым данным, почти 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, так и компоненты для новых. Все задержанные граждане России. Федерации. Среди них оказались несколько человек, прошедших подготовку в тренировочных лагерях ИГИЛ в Сирии. На первых же допросах подозреваемые рассказали, что привести бомбу в действие планировали в общественном транспорте. И вот, как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителей ФСБ в зале суда, теракт в Москве злоумышленники готовили в знак протеста против участия российских ВВС, против сирийских боевиков и для дестабилизации обстановки в нашей стране.